вот это он, это Тамарочка. Я хочу всем вам сказать большое спасибо, Ибрус Амхаяк, Рузи Вазбин. Моя жена была главой Испансова Бача Румучка. И спасибо нашим бухарским евреям, что они везде, я вот смотрю, кто-то был там на лавою, уже быстро пришли сюда. Большое вам спасибо. Такого народа второго нет. Абу Хаяка был очень светлый человек. Как сейчас Рав Газиев сказал, всегда улыбался. У него всегда была улыбка. Он всегда говорил мне, Бачи Акеш. Если что-то просил, Бачи Акеш. Всегда вот так вот добро мог что-то спросить. И точно такие же его дети, точно такие же его внуки. Я вот с Ромой дружу. Отзывчивый, очень порядочный парень. Если с ним на помощь надо прийти, он всегда первым придет. Худор Рахмат Карабаша, Аф, Си, Сол, Лембе, Лебуклера, Ильян Гигаич, Гаме, Набини, Анами, Праздник Кои, Омадыги, Ильян Амикамова, Праздник Кои, Нейкибош. Меня попросили спеть на русском языке. Есть такой певец, его зовут Бока Давидян. Он поет эту красивую песню «Мой отец». Вот эту